В городе Лабытнанги супруги Кирсановы никогда раньше не были. Более того, никогда даже о нем не слышали. Судьбоносным стало увиденное Екатериной объявление и желание изменить свою жизнь. Мы увидели объявление, и мы как-то так... Я предложила. Мы очень долго думали. Где-то, наверное, недели 2-3. Для нас это уже долго. И в итоге как-то спонтанно немножко это все получилось. Решили приехать. Маленький, уютный город. Как бы и... Не было мысли, куда мы приехали, поехали обратно? Нет, такой мысли не было. То есть, ну, мы приехали, ну, мы целенаправленно ехали сюда, чтобы здесь остаться. Екатерина и Илья – молодые специалисты, но с уже солидным опытом как личных выступлений на сцене, так и педагогической деятельности. В родном МИАСе они учили искусству танца детей разного возраста. Сегодня свои идеи и наработки готовы предложить воспитанникам палитры. Мы очень рады новым балетмейстерам и думаю, что к концу года покажем новые современные постановки. До юбилейного отчетного концерта времени не так много, как кажется, подчеркивают палитровцы. Подготовка, в том числе с участием новых балетмейстеров, уже ведется. Мое направление вообще современная хореография, я к этому больше склоняюсь. И мы уже начали работать над некоторыми постановками, уже даже дуэты начали делать. Очень много идей, это вкратце даже не рассказать. Я надеюсь, что на отчетном концерте, на 20-летие, мы обязательно представим свои работы и совместные, и по отдельности. Все постепенно. Ну, как бы уже, если брать старшую группу, то с ней, конечно, попроще было найти общий язык. Что касается средней группы, с ними посложнее. Ну, у них и возраст такой еще сложный. А дети приняли нас спокойно, как бы мы с ними работаем, нам нравится. Коллектив, в общем, хорошо воспринял, и все были очень рады, что у нас появилось в коллективе два новых хореографа. Очень нравятся ребята, они очень талантливые, очень много нового. Они пытаются нам что-то ставить новое, что-то очень интересное. Пока мы только все это пробуем. Еще не знаем, будет ли у нас это все получаться, мы надеемся, что будем. И мы выйдем на новый уровень, наш коллектив станет выше уровня. Это останется уже для нашего наследия более, ну, младшего поколения, потому что уже их будут немножко по-другому воспитывать. Воспитывать будут малышей. Но и выпускники еще успеют поработать с новыми балетмейстерами. Приехали они налегке, но с мыслями остаться надолго. Работа с раннего утра и до позднего вечера, в праздники и в выходные – в удовольствие, если занимаешься любимым делом. Мы ехали сюда с конкретной целью – обрести здесь себя как творческих личностей, начать что-то свое новое, привнести сюда что-то интересное и что-то взять отсюда для себя. Чтобы что-то приобрести для себя, сначала нужно что-то отдать. Свои идеи, способности, приложить массу труда и терпения, чтобы обычные мальчишки и девчонки стали пластичнее, грациознее и сумели передать свои эмоции и мысли движением тела. И тогда яркие постановки, улыбки и аплодисменты зрителей станут новой главой в жизни палитры и семьи Ильи и Екатерины Кирсановых.